И снова здравствуйте! Вас приветствует «Последние новости». В этом выпуске наш разговор пойдет о Лене Лениной. Певицы Юлии Началовой не стало. Ее смерть потрясла поклонников, родных, близких и друзей. Писательница, светская львица и также приятельница Юлии, Лена Ленина, опубликовала в Инстаграме несколько памятных фотографий с ней и рассказала о своем желании. Она выразила готовность взять на воспитание 12-летнюю дочь Юлии. Обращаясь к Юле, она написала, что хотела бы взять на воспитание твою Верочку, но мне, наверное, никто ее не отдаст. Я бы любил ее как родную. Подруга отметила, что в память об ушедшей певице окружил бы ребенка любовью и заботой. «Мы всегда тебя будем помнить, Юлечка». Такими словами завершила Лена Ленина свою публикацию в соцсети. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!